Одна из работниц стоматологии, находящаяся рядом с местом происшествия, возвращалась с обеденного перерыва на работу, когда увидела горящую машину. По ее словам, другие свидетели пожара не спешили с помощью хозяина автомобиля, а только снимали происходящее на телефоны. Подбежала, думаю, там уже бесполезно, залетаю в регистратуру, говорю, у нас тут машина горит, вызывайте быстро этих пожарных. Вызвали, все. Ну, люди останавливались, как обычно, не первую помощь оказывали там, хотя бы помочь потушить, а снимали, как обычно, на все эти. Очевидец пожара Екатерина Радышнова рассказала, как хозяин автомобиля пытался потушить его собственными силами, закидывая снегом. Девушка попросила других сотрудников клиники помочь ему. Врачи не остались равнодушными к беде автомобилиста и с помощью огнетушителей постарались уменьшить возгорание в машине. Другие работники организации также среагировали оперативно. Я только услышала, что машина горит, и вызвала 01. А больше я ничего не видела. Я сама даже не видела. Мне сказали, что машина у вас здесь боком горит, и все. Как сообщил инспектор отдела надзорной деятельности города Кумертау, в 10:57 дня в пульт пожарной охраны города поступило сообщение о возгорании автомобиля на перекрестке улиц Карла Маркса и Советской. Прибывшими на вызов сотрудниками пожарного подразделения было установлено, что огонь идет из моторного отсека машины. В ходе установления причин возникновения пожара установлено, что пожар произошел вследствие возгорания горючего материала, одеяла, положенного в моторном отсеке в качестве утеплителя. Пожарные полностью ликвидировали возгорание. Водитель и пассажиры автомобиля не пострадали.